Теремок ТВ представляет. Трактор все на свете может, урожай собрать поможет. Ты направо посмотри, что там прячется, скажи. Мы ее так долго ждали, часто-часто поливали. Все на свете
может, урожай собрать поможет. Ты направо посмотри, что там прячется, скажи. Мы его так долго ждали, часто-часто поливали. Что же это, угадай? Раз, два, три, называй. Да, это огурец, молодец. Огурец зеленый, заберем с собой. Огурец зеленый, отвезем домой. Мы тебе откроем маленький секрет. Ждет нас. Ждали, часто-часто поливали. Что же это, угадай? Раз, два, три, называй. Конечно, это кабачок. Отлично. Кабачок зеленый, заберем с собой. Кабачок зеленый, отвезем домой. Мы тебе откроем маленький секрет. Ждет нас замечательный обед. Вот у дома с красной крышей кто-то на дорожку вышел. Отгадай скорей загадку, кто же там стоит? Лошадка! Мы лошадку навестим, навестим, чем-то вкусным угостим, угостим. Мы лошадку навестим, чем-то вкусным угостим, чем-то вкусным угостим. Отгадай скорей задачку, кто же там стоит? Собачка! Мы собачку навестим, навестим, чем-то вкусным угостим, угостим. Мы собачку навестим, чем-то вкусным угостим, чем-то. Кто-то нам навстречу вышел и встречает у крылечка нас кудрявая овечка. Мы овечку навестим, навестим, чем-то вкусным угостим, угостим. Мы овечку навестим, чем-то вкусным угостим, чем-то.
каждый паучок, и комарик, и сверчок. Много есть на свете интересных дел, но не ладятся дела, если не поел за маму, за маму, за папу, за папу и, конечно, за себя. Вяжет варежки медведь, чтобы к осени успеть. Только у медведя каша в голове, ведь не вяжется работа, если не поел за маму, за маму, за папу, за папу и, конечно, за себя. Все друзья вместе с нами поют, даже медведь подпевает, а часы все бегут и бегут, к столу нас приглашают. У улитки новый дом, все соседи за столом, чтобы в новом доме клеились дела. На обед улитка гостей позвала, за маму улитку, за папу улитку и, конечно, за себя. Трактор весело шумит, трактор в поле говорит: я большой и сильный, все мне по плечу, подкреплюсь и мигом всех вас прокачу. За маму, за маму, за папу, за папу и, конечно, за себя. Все друзья вместе с нами поют, трактор и тот подпевает, а часы все бегут и бегут, к столу нас приглашают. Знает каждый паучок, и комарик, и сверчок. Много есть на свете интересных дел, но не ладятся дела, если не поел за маму, за маму, за папу, за папу и, конечно, за себя. Все друзья вместе с нами поют, весело нам подпевают, а часы все бегут и бегут, к столу нас приглашают. Порядок перед стройкой навести, дом красивый и высокий возвести, аккуратно, гладко выровнять площадку, без бульдозера не обойтись. Кирпичик за кирпичом мы строим высокий дом и эту песенку поем. Есть еще на стройплощадке сильный кран, поднимает блоки плиты великан. Нам всегда поможет и поднять все сможет, сможет все поднять подъемный кран. Кирпичик за кирпичом мы строим высокий дом и эту песенку поем. Цемент на стройплощадку к нам привез, что там крутится все время, вот и вопрос. Он цемент мешает, не переставая, и называется цементовоз. Кирпичик за кирпичом мы строим высокий дом и эту песенку поем. Эти разные машины нам нужны, все
все они без исключения важны. Даже сможем сами дом построить маме, лишь машинки наши позови. Кирпичик за кирпичом мы строим высокий дом и эту песенку поем. Подарил цветную книжку, только он забыл одно: трактор я хочу давно. По секрету вам скажу, трактор вездеход, все игрушки на полу мигом соберет. Под кроватью и под шкафом всю квартиру обойдет. Все машинки, все пружинки этот трактор соберет. Немножко поиграю и опять все разбросаю. Не умею я играть, чтобы все не разбросать. По секрету вам скажу, трактор вездеход, все игрушки на полу мигом соберет. Под кроватью и под шкафом всю квартиру обойдет. Все машинки, все пружинки этот трактор соберет. Подошел я к маме тихо, должен быть какой-то выход. Я готов хорошим быть, можно трактор мне купить? По секрету вам скажу, трактор вездеход, все игрушки на полу мигом соберет. Под кроватью и под шкафом всю квартиру обойдет. Все машинки, все пружинки этот трактор соберет. У меня одна голова, нос один и рот один. У меня, посмотри, два плеча, две щеки, две руки, две ноги. Светофор очень строго следит за дорогой, смотрит на машины свысока. За порядком наблюдает, по порядку зажигает. Три разноцветных огонька, раз, два, раз, два, три. Цифры за нами повтори, раз, два, три, четыре, пять. Очень весело считать, раз, два, раз, два, три. Просто за нами повтори, раз, два, три, четыре, пять. Очень весело считать и легко запоминать. Вот в автобусе кто-то спешит на работу. Сколько пассажиров? Открываются двери, ты должен проверить. Раз, два, три, четыре. Посмотри на дорогу, подумай немного и увидишь сам. У машинки на картинке целых четыре колеса. Раз, два, три. Цифры за нами повтори. Раз, два, три, четыре, пять. Очень весело считать и легко запоминать. Оглянись вокруг и увидишь вдруг, все на свете можно посчитать. Пальцы на руке или на ноге. Раз, два, три, четыре, пять. Повторяй вот так, разожми кулак. Вышли пальчики гулять. Посмотрели вверх, посмотрели вниз. И домой отправились опять.
пять, раз, два, раз, два, три. Цифры за нами повтори, раз, два, три, четыре, пять. Очень весело считать, раз, два, раз, два, три. Просто за нами повтори, раз, два, три, четыре, пять. Очень весело считать и легко запоминать. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, едет поезд запоздалый. Вместе ехать веселей, покупай билет скорей. Мы вагончик прицепили, пассажиров посадили. Ту-ту-ту зовет гудок, отправляемся, дружок. Вот какой большой вагон. Кто же это? Это... слон! В ручки карандаш возьмем и раскрасим наш вагон. Раз, два, три! Ю-ху! Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, едет поезд запоздалый. Ту-ту-ту зовет гудок, отправляемся, дружок. Кто же тут в вагоне едет? Посмотрите! Три медведя! В ручке карандаш возьмем и раскрасим наш вагон. Раз, два, три! Ю-ху! Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, едет поезд запоздалый. Ту-ту-ту зовет гудок, отправляемся, дружок. Это кактус или что же? Кто-то спрятался, похоже. Ёжик, покажись нам, не робей. Выбирай цвета скорей. Красный, желтый, синий. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, едет поезд запоздалый. Ту-ту-ту зовет гудок, отправляемся, дружок. Кто-то машет нам в окошке. Посмотрите, это... кошка! В ручке карандаш возьмем и раскрасим наш вагон. Раз, два, три! У-ху! Все нет и нет. Не идет жираф, и котенок тоже. Потерялся ежик, в чем же тут секрет? Помоги скорей, лисичке, ты друзей собрать и дорогу всем зверятам к дому показать. На берегу не могу добраться. Помогите, братцы!
овцы, встала речка на пути. Плавать не могу, кто же мне поможет? Через речку сможет, сможет отвезти. Велосипед? Нет. Лодка! Но чего-то не хватает, нужно поискать. Ты попробуй на картинке это отыскать. Весла! На дорожке у реки ждет колючий ежик. Ехать он не может и не знает, как же быть. На земле бревно, кто ему поможет и скорее сможет путь освободить? Автобус? Нет. Трактор! Но чего-то не хватает, нужно поискать. Ты попробуй на картинке это отыскать. Трос! Высоко в горах, на крутой дорожке, потерял сапожки рыжий-рыжий кот. Он стоит и ждет, сам идти не может. Кто ему поможет, к дому отвезет? Велосипед? Нет. Вертолет! Но чего-то не хватает, нужно поискать. Ты попробуй на картинке это отыскать. Гости позвала всех друзей лисица. Будут веселиться, будут с птичками играть. Ты помог друзьям, и теперь все вместе, подпевая песню, будем танцевать. Но чего-то не хватает, нужно поискать. Ты попробуй на картинке это отыскать. Сапожки котика!